короче, возьмем милый картофан и кое-что продумал. Короче, блин, я уже чая выпил, наверное, литра 3. Готовить будем ужин. Сейчас-то все заправлю, как обычно, и на балкон, на гриль. Вот это у нас сосиски. Здесь в эту формочку, как я уже как-то не раз делал, картошку выложу, сверху овощи и вперед, и на гриль. Да, и, конечно же, лук сейчас тоже добавим сверху. Без лука никуда. Так, ну что, 2 минутки позже. Лучок, я еще добавил чесночок, соль, перец, соль морскую добавил, потому что ей тяжелее пересолить, чем нормальные содовые. Солью. Сейчас еще наверх овощей, которые уже подтаяли, в принципе. Они были заморожены. И все это будет стоять на гриле, пока будет жариться сосиски. Так. Овощи, как и обещал, здесь сосиски. Вареные сосиски и фарш. Сейчас мы это все дело вываем. Закрываем, чтобы было тепло. Да, без картофеля как? Никак. Картофель здесь есть, но здесь еще и пожарим. Лепешки сюда жареные кушать. Ну и сосиски пожарим. Че вообще? Записывал телефон, тут камера вся грязная. Такие вот дела. Такой вот сегодня карфрайтак. Кто не знает, что такое карфрайтак, я специально для вас, это кто, в основном кто живет не в Германии, и для вас в сообществе стоит пояснение, что такое карфрайтак сегодня. Именно тот самый карфрайтак в полном и переносном смысле, как там написано. Там подробная информация стоит. Приготовил ужин, жена готова, видели несколько кадров, потому что у нас завтра субботняя, завтра Пасха, послезавтра, точнее, суббота, воскресенье, понедельник, 3 дня и выходные, то есть воскресенье, понедельник, выходной, вся Германия, Пасха, отдыхают все, и не только, кстати, не только в Германии, во многих странах Европы. Такие вот дела. Так что всем приятного аппетита. Продолжение следует. Надеюсь, в воскресенье уже выехать на Кавасаки. Прям уже не могу. Надо. Пока вчера со здоровьем стало не очень. Сегодня промучился, вчера промучился. Надеюсь, в воскресенье это все устабилизируется. И мы поедем наконец-таки записывать контент на 23-й год. Такие вот дела. Продолжение следует. Thank you.